Sok, guau chucocta lupol le tanque le movo. Tinguilaj mejen palal tanusitop bei cabras. Teichi lucashi le cajó. Tuki mesajenob yetel hasajol. Que shi iwat sokuman. Uyajil le gela. Lok bayan. Боюсь, что не совсем. Хач мабейо. Валеяна бетик. Хел виш ле мехен палалова. Хел или юнакал. Йолов тихел башак. Туджила хоп те канало. Ты Кабил? Учу прислал меня за рогом. Увакахау? Утанил пачкинцилоб? Джете леуцульбалоб, цутасик лепачкинцильти. Лямучкиличку не сахило, туйохел тахо винджуме. Купакик шиво, кутсакан килоб, тихумпеллум, тутялинтобе, катулах бисоб, беле иннае кохан. Это ужасно. Давай я попробую отыскать твоего брата и достать нужные травы. Нип олал! Сока ухетик ваш уштик квали? Ма, ваш учик? Уакосо. Прости. Ай, шик, баш ты хелу пахтал, ингуантике че. Я ищу Куали, сына Кабила. Оци ле шипало. Чимали, хунтул ахкимесах кукулкан. Укалмах ти хумпел, тункасте кивико. Тупати кукучу ле ахау, ти алубей талуботи кусипил. Спасибо. Шик, теч уцили, шик. Какой опасный преступник, рыночный вор. Беглай хумпел окол, бале самале хумпел кимесах. Как-то чересчур, ты не думаешь? Хач хак так, а вохель тик баш, кинтуклик, кинтуклике, малоб каек муч, лемехен кисонова каек булоб, тулакалоб, агуал гуахеш юмил, бей. Уюме уахкананил кан, бале ле тие ма. Муч, нате! Хом, тинхеча! Эй, привет! Эй, теч и шик! Лейт шулул колеле! Масах? Да, приятно познакомиться. Уй, хач малов! Ямил! Во что играете, мальчики? Ма башали. Инджуме уахкананилкан юмкин.
Tin chah ukilich chotov, ingwesti inetailov, yetil tuyilah, shanah kanan chimali. Letie uyohel, bashhel ubetik, tenim yum waka, uyohelt, tin chah uchotove, lebetike tupulah te karnalot kakali. Я попробую помочь. Хач-хах, не болал! Не болал, Ишик? Пожалуйста. Патики, ленукучмаков, теламантац, ку тохольчинтиконов. Vale, te cheta wanton. Basha katik. Shit, ten kintan. Basha katik, ishik. Bey, bashti helu pachtal. Ek antiket shane? Я хочу помочь Куале. Shan chahech. Sot ushot kintantal, te aluki mesal. Mishbal ku pachtal ek petik. Sole chimali, lah kanano, upek mech. Чимали погонится за вами, если его подразнить. Баштин? Если он покинет пост, я смогу помочь Куали. Малов, уц! Купахтала уали тикуали, каудилон тяктуно. Летие уйохел туши, тело минан сахвенсилил ти. Конечно. Конеш! Асто! Райми! Лакинтенеши! Самин, канант экпачи! Цоке, шенеш алкавил тяктуно. Патенет пач ишик, джан эк илик, капах чак акучул тикнал куали. Chimali, mehenkisin, palitzin kan sokol, janin kaka lo shikech. Bey, ton shanu mehen pimil llama. Al kapnenesh, al kapnenesh. Techa shikin. Oko leunahu bota lucipil. Alam olal, chinchiwob, kinkat. Твой брат рассказал о твоей беде. Маша чтеч. Я та, кто хочет помочь. Маинкат каучук левалова. Ченинкат катох чакуйол ина. А где травы? Дай их мне. Я вылечу твою маму. Беги, твои друзья ждут тебя в пещере. Мало. Хелеши вова. Алкапнен тухахилагол. Ниболал. Куали свободен, а у меня есть травы для твоей жены. Хачхах? Талеча цакех вайоль уба гляхао. Вот, это тебе поможет. Нив ола лишик. Кавил. Мамехен шулубил. Цале вактио. Нах. Детал чимполал тилекун кучула хауило. Нив олал. Джолал тулакал. Нив олал. Ушла последняя, вернулась первая. И он и не врал насчет тебя. Рок короля, как просил. Были проблемы с Кабилом. Ты был прав насчет его жены. Она знает, как до него достучаться.
Спасибо тебе. Конечно. Учу, что это значит? Ушла последняя, вернулась первая. Люди, которых я послал за остальными вещами. Прошло 3 дня, но никто еще не вернулся. Ты думаешь, что-то случилось? Я больше всего волнуюсь за Квенти. Он молод, любит рисковать. Прыгает в воду, не зная, глубоко ли там. Я видел таких. Иона. Иона прав. Это точно про Квенти. Не надо было посылать туда Квенти. А где это? Старый резервуар. Там спрятаны останки Манко от сектантов. Кто такой Манко? Манко был фермером, который спас предков Сайри и Амару из Куска много лет назад. Его зовут Спаситель Народа. Для коронации нужен его амулет. Зачем Манко спрятали? Последователи Манко называли себя Орденом Спасителя Народа. Этот орден поднял восстание. Когда секта Кукулькана захватила власть, то хотела уничтожить орден. Манко сокрыли в надежном месте и оберегали, но со временем орден пришел в упадок, и это место было забыто. Если хочешь, я поищу Квенти. Ты уже много сделала. Вернуть нам рог короля было очень благородно. Мне несложно. Может, Квенти покажет мне лучшие места, где можно броситься в воду. Не обнадеживай его. В резервуар можно попасть через пещеру над белым деревом. Иди по тропе, она тебя приведет. Говоря, что хочу поддержать Унурату, я имела в виду совсем другое. Говоря, что хочу поддержать...
Шикин. Калантпил. Яцека. Пуль. Учу сказал, что вход в резервуар в пещере над белым деревом. Вот и вход. Тут сотни лет никто не бывал. Должно быть, это то самое место. Место упокоения Манко. Подозрительное место.
Похоже на шествие мертвых. Это орден прячет Манка от секты Кукулькана. Тут видно, как в усыпальницу кладут погребальных кукол, горшки, ткани. Это не просто тайное убежище. Это гробница самого ордена. Когда резервуар заделали, членов Ордена оставили внутри как стражей. Столько костей. Они пожертвовали собой, чтобы сохранить тайну. Привет, Манко. Так, где же амулет? Так, надо вернуть это Учо. Сквозь стену сочится свет. Наверное, там есть еще запечатанный проход.
Ойма! Ян Хунтуль Макпаде! Чокохуа, Буль! Уайши! Уджех! Матакатик Захар Сипин! Уайма! Тумен Мауа Тутан Уайма! О, Лара, Квентин недавно вернулся. Потрепанный, но живой. Рад, что и ты в порядке. Да, в резервуаре опасно. Я рада, что Квентин вернулся. Но амулет спасителя он, к сожалению, не принес. Это амулет спасителя? Что? Лара, ты нашла его? Невероятно. Вот. Я так тебе благодарен. Когда Зан достанет лук победителя, мы воздадим честь всем, кто помог вернуть артефакты. И тебе, если ты придешь. Я приду. Говоря, что хочу поддержать Унурату. Иона, я приближаюсь ко входу в шахту. Кучу говорит он у края горы. Он послал повстанца открыть его. Спасибо. Не могу разобрать диалект. Я что-то упустила из виду. Ну вот. Тут надо поосторожнее. Thank you.
нереально. Больше я не унесу. Я на месте. Мунурату только что ушла с Хаканом. Когда откроешь ворота, она будет готова. Нет места. Ничего не могу взять. Yanuyantala suktal yetel ukil el kiko. Walkila, shena choabaj. Malo bin lak. Я на верном пути. Si paljuko so okwautan tak belama mauka tuyan tuskutaki kuba lekushul makobo oksahola le nonoh vale misbalu belal yankoksik tuyole kukulkan lebejo minha minha. Кажется, место то самое. Вот эти-то ворота и нужно открыть. Кенке, Титу, для тиктемакасе сегуэнтли, темачтли квали тимич масильтисе, кена, ачиуэй кента, Титу, мелауа квали тикуахтоския сечикуэй тонали. Thank you.
Ailito Poleche. Tu мен вея. Теперь надо открыть ворота. Может, запирающий механизм наверху стены? Нет места. Ничего не могу взять. Нет места. Ничего не могу Уведи его! Иона. Как там Эдсли? Нормально. Они его вытащили, но Унурату взяли в плен. О, нет. Ты в порядке? Да. Я пошла за ларцом. Не знаю, сколько времени это займет. Делай, что должно. Спасибо. Глаз змея. Точно.
Кажется, там внизу храм. Очень надеюсь, Унурату цела. Зачем она нужна Домингесу? Хочется верить, что пока он ищет ларец, она будет жива. Надеюсь, она цела. Чья это работа? Их сделали не Майя и не Инки. Здесь высоко. Ugh.
Это просто шум. Видимо, это те самые пропавшие бойцы. Нет места. Ничего не могу взять.
Кто-то мешает. Надо самой его за этой дверью. Больше я не унесу. Надо связать средний кран и ворот. Надо связать средний кран и ворот. Thank you.
Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Хорошо. С помощью ворота нужно настроить краны, и тогда вода польется на колесо. Yeah.
две двери. Ну, конечно. Надеюсь, последние. Нужно привязать этот кран к вороту. Надо повернуть кран и наполнить резервуар. Надо повернуть кран и наполнить резервуар. Надо повернуть кран и наполнить резервуар. Надо повернуть кран и... Надо повернуть кран и наполнить резервуар. Не поворачивается.
Хорошо. Это обнадеживает. Эти фигуры, они как те существа, только красивые. Яшиль, богиня защиты. Серебряный ларец и шчель выковали в раю и принесли на землю. Существа создали ларец. Ни ложные боги, ни фанатики не смогут пройти. Они охраняют его. Вот почему они так на меня кидались. Ларец прибудет здесь, пока солнце не родится вновь. Здесь. Значит, он здесь. Затмение и цапля. Татуировки на руках Унрату. Но где же ларец? Нет, фаршок. Yeah.
Нет места. Ничего не могу взять. Пригодится. Придется прыгать. По-другому никак. Thank you.
Богини, существа, да как их ни назови. Какая разница, если они за тобой гонятся? Кто оставил изображение цапли и затмения? Это уже что-то. Я тут. Мы ушли от Унрату. Мы в пещере неподалеку. У входа есть знак цапли и затмения. Иду к вам. Может, они нам помогут? Он у тебя? Мы попались. Унурату схватили, и у нас забрали ларец. Мы в курсе. Посмотри на план. Ее держат в тюрьме рядом со старым храмом. Хакан устроил налет, и он тоже пойман. Мы возьмем мост, ведущий к тюрьме. Это агрессивно. А если мне подняться, освободить ее и подать сигнал к атаке? Вариант. Эцли на разведке в верхнем квартале. Он тебя проведет. Я с ним поговорю. Как выведешь ее, мы тебя прикроем. Годится. Оружие и защита. Спасибо. Лара. Я ее спасу. Ты правда в это веришь? Великий Синчичика и щит вершителей эпохи. Почему нет? Лара. Да? Я корианка. Унурату очень высокого мнения о тебе. Это я провела всех в древние казармы, когда похитили Эцли. Ты тогда очень помогла. У нас с тобой общее дело. А, понятно. Твои татуировки, ты... Да, я из Куачики. Но это словно из прошлой жизни, до Амару. Тогда мы боролись за что-то совсем иное. Но в угоду своим жрецам он распустил мой орден. И осталась только я. Но я дала клятву никогда не отступать. Так что теперь я ношу цвета повстанцев. Мой долг — служить царице Унурату. Я наслышана о воинах Куачики. В историческом плане. Это большая честь. Благодарю. Ты говорила об императоре Синчичике. Да, это первый император Пайтити, предок Унурату.
Он создал это все. Все, что мы видим, трогаем, чувствуем. Все, за что мы боремся. Я первый раз слышу про этот щит. Щит вершителя эпохи. Он нужен восстанию, чтобы доказать, что именно Унурату должна привести Пайтити к новой эпохе. На щите выгравирован обряд посвящения. Он подтвердит, что царица Унурату – следующий вершитель эпохи, и наша судьба в ее руках, а не в руках ложного бога Амару. И где этот щит? Спрятан. Глубоко в горе, по ту сторону пути Хуракана. Путь Хуракана. Это испытание для тех, кто хочет отыскать щит. Его пытались достать? Этим я и занималась, когда Эцли схватили. К сожалению, мне пришлось изменить планы. После его спасения сектанты узнали о наших замыслах, и... сейчас я готовлю наших воинов, и с щитом придется подождать. Только боюсь, если ждать слишком долго, Амару добудет его и опровергнет притязание Унурату. Если Амару получит щит, он сможет обманом сплотить вокруг себя Пайтити и объявить себя новым вершителем эпохи. Он преобразит мир, как захочет. Да. Этому не бывать. Я надеялась это услышать. Рядом с Учу стоит мой друг. Его зовут Иона. Если что найду, свяжусь с ним. Я буду рядом с ним. Спасибо, Лара. Секта наверняка торжествует победу. Y la huelga va a quitarle.